Всем доброго времени суток, всем привет! Сегодня мы приготовим... Ну, очень вкусный и легкий в приготовлении клубничный десерт. Спасибо каналу «Кулинария Любовь Ким». Дорогие друзья, не все, наверное, этот рецепт смотрели у Любочки, так что я решила вам его показать, то есть повторить рецепт «Любовь Ким». Готовится легко, быстро, просто из самых простых продуктов. Я уверена, что у каждого есть эти продукты. Клубника сейчас недорогая, сезон настал, так что приготовьте. Всего лишь понадобится 0,5 килограмма клубники. Помыли, почистили, главное, чтобы клубничка была целенькая, свеженькая. То есть не помятая, не прокисшая. Вот и все. И нам для этого потребуется всего лишь 30 грамм желатина. То есть 3 столовые ложки. У меня тут и крупные, и мелкие. В общем, что было, все собрала. Неважно, главное желатин. 200 грамм сахара. Это один стаканчик. У меня тут 200 грамм ровно. И лимонная кислота буквально 2 грамма. Можете не класть, я кладу. Кислота дает кислинку, и не так уж все приторно получается. Итак, отправляем клубнику в кастрюльку, высыпаем сахар, берем блендер и все это измельчаем, превращаем пюре в однородную массу. Сначала нам потребуется блендер, а потом нам потребуется миксер. Вот и все. Итак, мы все взбили в однородную массу, вот как видите, комочков нету, клубничка вся у нас измельчилась. Отправляю желатин, кислоту лимонную чуть позже отправим. Итак, перемешиваем и оставляем набухать. Теперь нам надо потерпеть минут 30. Все, перемешали и оставляем в стороночку. Прошло 30 минут. Вот как видите, желатин набух, вот такая вот густая масса стала у нас. А теперь нам надо все это разогреть, чтобы желатин разошелся. Но ни в коем случае не кипятим. Помешиваем, помешиваем. Конфорку сделали на средний огонечек, чтобы ничего не пригорело. У меня конфорка до 14, я на 10 включила. Все, ждем. Как увидели, пар пошел, жидкая масса стала, значит желатин растворился. Все, высыпаем лимонную кислоту, 10 секунд, перемешиваем и убираем с огня. И теперь прямо горячую эту массу надо взбить. Берем миксер, взбиваем до белой пушистой массы. Набираемся терпения и взбиваем. Масса начинает белеть и густеть и взбиваться. Чем-то напоминает сливки. Вот так. И так взбиваем минут 10. Вот видите, мы взбили очень хорошо. Масса увеличилась раза в 3, в 4. Отлично. Если вот так вот остаются следы, вот как видите, значит все правильно вы сделали. Подготовим форму. Форма у меня диаметром 26 сантиметров. Берем вот такую глубокую емкость какую-нибудь, чтобы была не мелкая, а именно глубокая. Тогда у нас получится очень красивый десерт высокий. Застилаем или пленкой, или пищевой пленкой, или пакетиками. Что есть, в общем. Застилаем вот так вот. Если не застелите, все прилипнет. Теперь выливаем нашу массу и даем застыть 3-4 часа в холодильнике. Ну а рецепт найдете под видео в описании. Также под видео есть ссылочка на наш семейный канал, на Инстаграм, на Яндекс.Дзен, на канал Галина Кухня Лайф. Заходите и подписывайтесь. Все, заровняли, укрываем сверху пленочкой или пакетиком и отправляем в холодильник. 3-4 часа и наш десерт будет готов. Всем спасибо за комментарии, за лайки, за ваши добрые пожелания. Прошло 4 часа, наше суфле готово. Yeah.
понравилось, ставим лайки, подписываемся на мой канал. Всем пока-пока!